көрермен эфирде облысының ақпараттық танымдық сазды бағдарламасы сағат 12:00 мен 13:30 аралығында тікелей эфирде қызмет етеміз. Менің студияда сүйіктасып әріптесім Анель Бимичева. Ну и, конечно, моя замечательная коллега Ақбота Дүйсенбай. Добрый день, қайырлы күн, қымбатты қостанайлықтар. Время 12:00. А это значит, самое время включить программу «Тобол-Тунасы» на телеканале Костанай. В ближайшие 90 минут вас ждут увлекательные и познавательные беседы. Конечно же, наши интересные рубрики, которые подготовили наши коллеги. Поэтому будьте с нами на одной волне, чтобы не пропустить ничего интересного. Бүгінгі эфир... әдеттегі күнделікті эфирден өзгешеге өтетін секілді. Өткені студиямызда ерекше қонақтар болады, танымды ғайдарлар және қызықты ақпараттар мен сіздерге құрмет көрермен бөлісеміз. Сондықтан алдағы бір жарым сағат бойы бізбен бірге болыңыздар. Қостанай телеарнасы әрқашан осылы болсын. Ну что, сегодня 9 марта, действительно, прошел долгожданный праздник, 8 марта – самый нежный праздник, праздник чувств, такой энергии, наверное, мы с Ахбутой тоже наполнены такой замечательной энергией, и я думаю, наши дорогие телезрители тоже в предвкушении данного праздника, уже праздник, конечно, прошел, но тот самый настрой, настроение, ну и в принципе, это... Атмосфера праздника еще нас не покидает. Впереди нас ожидает 22 марта, Наурыз, который мы начнем праздновать с 14 марта, потому что по традиции 10 дней у нас обычно адресуются именно данному празднику, мы посвящаем данному празднику. Но на самом деле, дорогие телезрители, сегодня мы тоже не пропустим тему праздника. Дальше будем продолжать разговаривать о ней. Ну и также стоит отметить, что мы всегда рады делиться с вами увлекательными, познавательными материалами, событиями, которые происходят у нас в Костанайской области, поэтому всегда будьте с нами. Шулал көктем мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен дәл осы мерекемен өткен барлық біздің көрермендерді, әйелдер қауымын, қыз келіншектерді жан жүректен құттықтаймыз. Негізі бізде бұл мерекенің нағызбасты кейіпкерлерімізде бойлаймыз, бүкіл Қазақстан дүние жүзі бойынша бұл мерекені атап өтуде. Сондықтан дәл осы мереке әр шаңырақта қызықты жақсы жаңалықтармен, қызықты оқиғалармен толай берсін дегіміз келеді. Да, действительно, этот праздник является традиционным, и в этот день, в принципе, чествуют женщины труда. Ну, хотелось бы сказать, что вне зависимости от праздника стоит, конечно же, говорить спасибо и всегда уделять внимание родным и близким, кстати, о традициях непосредственно через нашу программу. То Тобол-Тунасы, вы всегда можете поздравить своих родных и близких со знаменательным событием и днем рождения. Всего лишь нужно позвонить по номеру телефона 543904 и сказать самые теплые и искренние слова в нашем эфире. Анель, сен 54-39-04 деп біздің тікелей эфирдің байланыс нөмірін айтқанда, біздің ауарай болжамы қандай сандарды көрсетеді екен, қандай ауарай күтіледі екен, бірге біліп алсақ қалай қарайсың? Да, действительно, это еще одна традиция нашей программы. Что же сегодня ожидает нас и какая будет погода, дорогие телезрители, давайте узнаем вместе с нами.
что весна в самом разгаре. Сегодня 9 марта. Мы надеемся, что ваши выходные пройдут действительно замечательно. Выходные начались еще вчера, поэтому, возможно, наши дорогие телезрители только просыпаются или садятся за обеденный стол. Мы желаем вам приятного аппетита, и действительно аппетит будет приятнее вместе с нашей программой. И еще, конечно же, скорее всего, сегодня вам уделяется еще больше внимания. Действительно, очень приятно, дорогие женщины, когда уделяют внимание, да? Иә, әсіресе аналар қауымын ерекше құттықтағым келеді. Бізді өсірген, аялап баптаған, иә? Ана дегенде енді әр жанның жүрегінде бір ойып тұрып орналатын осы қасиетті үш әріп, киелі жан, қасиетті жан, әр адамның есінде ерекше қалатын біздің аналарды, теледидардың ар жағында отқан, бізді көріп отқан жандарды, анасы бар жандарды шын жүректен құттықтаймыз. Негізі бұл мереке меніңше ең осы жылдағы жыл күнтізбесіндегі ерекше мерекелердің бірі. Жаңа жылдан кейінгі 8-ші наурыз, одан кейін 22-ші наурыз, жалпы жаңалықтың бастамасы секілді. Әр жылы осы көктем келген кезде қыз-келіншектер құлпыра бастайды, наурыз келе, әсіресе 8-ші наурызда бір көктемде құлпырат десек артық айтпаймыз. Жалпы осы бір мерекені кеше ғана 8-ші наурыз өтті. Өзің қалай қарсы алдың, Анель? Как всегда, традиционно в кругу семьи, действительно, для меня каждый праздник, он особенный, потому что, как мы говорим, это праздник, в принципе, и наших родных, и нас, как девушек, но и в первую очередь моя мама всегда говорит, что каждый праздник должен оставаться вот как раз-таки в праздничной атмосфере, и всегда за праздничным столом вместе с семьей. Кстати, про маму очень красиво было подмечено. Казахтым бір сөзі бар. Сыйнатым болса егер құдірет, сыйнарем ана деген тәңірге дейді. Да, если бы было то самое, наверное, чувство прекрасного, чувство красоты, любви у нас просыпается, смотря на наших родных, милых мам. И действительно, мы хотим пожелать нашим мамам долголетия. Спасибо, что вы у нас есть. И в первую очередь, конечно, не забывайте о том, что мы вас любим. Иә, егер де біздің көрермендердің арасында өз аналарын құттықтағысы келіп жатқан жандар болса, біздің экранның оң жақ бөлігінде көрсетілген телефон нөмірі ашық, 54-39-04 нөміріне хабарласып, аналарыңызды, әжелеріңізді, осы бір әйелдер қауымын жан-жағыңызда жүрген құттықтасаңыздар болады. Кстати, мы все 8 марта, но на самом деле праздничное настроение нас не покидает весь месяц. Как мы уже говорили, с самого 14 марта мы начнем празднование самого долгожданного Нового года, казахского Нового года. И действительно, все в предвкушении этого праздника, это те самые традиции, наш патриотический дух еще более просыпается в этот праздник. Ну и, конечно же, стоит отметить, как сказал нам прогноз погоды, показывает наши термометры 4 градуса ниже нуля. Совсем скоро, еще чуть-чуть, и наступят теплые деньки, то есть это плюсовая температура. Мы с нетерпением ждем уже, когда сойдет снег, когда действительно можно будет достать свое пальто, красивые, самые легкие платьишки. Но на самом деле вот, достать это самое весеннее настроение. Оно уже есть, мы чувствуем весеннюю атмосферу, но на самом деле хотелось бы уже вот этого вот теплого настроя и теплой атмосферы. Иә, ақырындап, наурыз басталғаннан бері шыны керек, мен өзім жалпы бірінші наурыздан бері, наурыз басталғалы алғыс айту міне керемет мерекеміз, иә? Одан кейін көрісу күні деп жатырмыз. Жалпы наурыз айы сондай мерекелерге толы. Сондай мерекелерге толы ай деуге болады. Жалпы көп есте қалар естеліктерге толтырады. Алдыда керемет мереке келе жатыр, 22-ші наурыз. Енді әр бағдарлама сайын біз
біздің көрермендерге ескерте кетіп жатамыз, естеріне салып жатамыз. Берекелік шығарылымдар да болады бізде. Жалпы әр қашан тобылтынысы бағдарламасы аясында Қостанай телеарнасы мереке қарсаңында да түрлі роликтер шығарып, жалпы әсем әуінге бөлеп, қызықты қонақтарымызды осы студияға шақырып, түрлі сұхбаттар құрып жатамыз. Енді осының барлығы әрине құрметті көрермен сіздер үшін. Я вот адрес айтасын, біздің арнайы сайтымыз бар, Қостанай.тв сайты. Ол сайт арқылы әрине де сіз біздің бағдарламамызды тікелей эфирде де көре аласыз. Арнайы онлайн деген батырманы бассаңыздар, құрметті көрермендер. Сонымен қатар архив деген батырманы бассаңыздар, одан әрі шыққан әртүрлі біздің ақпараттық танымдық бағдарламаларымыз бар, жаңалықтарымыз бар. Соның барлығын біліп куряластер. На сайте Костанай ТВ вы всегда можете вкладке, конечно же, онлайн посмотреть наши программы в онлайн режиме, но и в то же время освежить память и просмотреть предыдущие программы, узнать много чего нового. У нас есть очень широкий спектр программ, то есть это и программа «Время говорить», которая поможет вам освоить государственный язык, программа «Кумиля Шар», которая расскажет вам о интересных и талантливых личностях нашей Костанайской области. Также программа «Архахпарат», которая готова для вас предоставлять всегда самые свежие новости о том, что же происходит в Костанайском регионе, ну и, конечно, за его пределами. Но мы всегда рады работать для вас. Наши коллеги готовят для вас самые свежие и познавательные материалы. Но помимо сайта Костанай ТВ, помимо нашей платформы, мы, конечно же, есть и в социальных сетях. В Instagram, Facebook, TikTok. Мы, конечно же, не забываем. Вы тоже можете подписаться и найти нас по следующему хэштегу Костанай ТВ. Айтар, ақпарат қалдырмадың десем болар. Барлығын айтып, біздің көрермендерге құлақ қағысы ретінде айтып жатырсың. Тіпті қазақ тілінде де, тіпті орыс тілінде де, сондықтан енді негізі шыны керек тобылтынысы бағдарламасы сағат 12:00 мен 13:30 аралығында, әсіресе мына түскі уақыт кезінде, бірі енді демалыс болғасын енді тұрып жатқан болар, ал бірі отбасымен жиналып, дастархан басында түскі астарын ішіп жатқан болар. Сондықтан нағыз біздің теледидарды қосып, біздің арнаны тобылтынысы бағдарламасын қосатын уақыт, бізге арнайтын уақыттарыңызды бізге арнайтын кезең. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Жалпы енді Анел, 8-ші наурыз деп жатырмыз, е? Кеше ғана өткен қыз келіншектердің әйелдер қауымының мерекесі, ер азаматтар осы бір нәзік жандыларға ерекше сыйлықтарын сыйлап жатады, гүл шоқтарын тарту етіп жатады. Осы жылы 8-ші наурызда алған сыйлығың қандай? На самом деле очень интересный вопрос. Я обычно каждое 8 марта получаю плюшевые игрушки. Вот такой вот небольшой секрет от моих родных и близких. Они знают, насколько я люблю внимание, ну и в то же время мы всегда в душе молоды. Не только внешне, но и в душе мы всегда остаемся молодыми, всегда остаемся детьми, особенно для наших родителей. И это, наверное, одна из добрых традиций получать, конечно же, на 8 марта такие подарки. Ну и в то же время не забываем о том, что мы и сами себе можем сделать подарки. Так, например, я прикупила для себя новую одежду и подняла себе настроение еще больше. То есть эмоциональный фон действительно замечательный. Поэтому рады дальше работать, так скажем. А ты опыта? Шыны керек, я ең керемет жақсы. Негізі адам көбінесе психологтар айтып жатады, адам өзін жақсы көру керек, немесе өзінен бастау керек деп. Әлемді өзгертуің үшін. Сондықтан өзіңе сыйлық жасауда ол біре өте керемет, ал бірақ дәл осы мереке қарсаңында жақындарымызды қуанту үшін оларға сыйлық сыйлап жатсақ, одан асқан, мәселен, оларға жақсы көңіл күй сыйлап жатырсақ, одан асқан бақыт жоқ шығар. Да. 9-ші наурыз енді біздің тарихта несімен есте қалды екен?
қандай оқиғалар болды екен? Давайте узнаем, потому что до этого мы говорили о праздниках предстоящих и тех, которые действительно прошли. Но что же нам расскажет календарь событий сегодня, мы узнаем в рубрике «Тарихтағы осы күн». Олай болса, бірге білейік. Тарих бетінен өшпейтін қандай маңыздылыққа ие наурыз айының 9-ші жұлдызында тарихта болған оқиғалар тізімі. Бүгін халықаралық диджей күні. Халықаралық диджей күні бұл тек ресми мейрам ғана емес, сонымен қатар маңызды қайырымдылық оқиға. Ол 2002 жылдан бастап халықаралық клубты өнеркәсіптің атынан өткізіледі. Жыл сайын наурыздың 9-ында диджей күнінің қарсаңында дүниежүзі бойынша балалар үйіне көмек атты қайырымдылық акциясы өтеді. Ел оқиғаларынан. 2005 жылы Таразда жаңа спорт кешенінің ашылу салтанаты болды. Кешенде жаттығу залдары, сонымен бірге шығыс жекпе-жектерінің жаттығуларына арналған фитнес, аэробика және денсаулықты жақсартатын жаттығулар залдары бар. Бұл жерде балалар үйінің және мүмкіндігі шектеулі балалардың жаттығуларына болады. 2005 жылы Қостанайда Ресейдің танымал көркем суретшісі Александр Разбойниковтың көрмесі болды. Бұл автордың Қазақстандағы алғашқы көрмесі. Көрмеде суретшінің аркаим және древний цивилизация топтамалары жұмыстары және де оның көркем әдебиет шығармаларының ерекше суреттері көрсетілген. Ал 2006 жылы Өскеменнің оңтүстік жағынан жаңа автовокзал салынды. Бұл облыстың түкпір-түкпіріне сапарға аттанатындар үшін қаладағы 3-ші автовокзал. Шығыс Қазақстан аймағында автобустар қатынасы 63 бағытта үзіліссіз қатынайды. Жаңа автовокзалдың ашылуы сервистік қызметтің кеңейтіле түсуіне және жолаушыларға барынша қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік берді. 2012 жылы Түркияда Қазақстанның мәдениеті күндері өтті. Оны Стамбулдағы қазақ-түрік қоры мен дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы ұйымдастырды. 1936 жылы театр және кино әртісі Нүкетай Мышбаева өмір есімін ашқан. 1939 жылы жазушы ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Мамытбек Қалдыбаев туса, 1953 жылы суретші монументалист Әлібай Бапанов өмір есімін ашқан. Яңыр, осындай бүгінгі айтулы дата, шыны керек, ерекше бір мереке бар екен, диджей күні деген бар ғой. Әсіресе музыкамен, музыкалық құрылғылармен, құрылғыларды жақсы басқаратын. Дегенмен, бұл мерекенің де біздің бүкіл әлемге пайдасы өте зор, өйткені жоғарда айтқандай, қайырымдылық қорына тапқан ақша аударылады екен. Да, действительно, на сегодняшний момент совершать добрые поступки – это и дело чести, и в то же время на сегодняшний момент у нас есть очень много волонтерских организаций, проводятся благотворительные балы на территории Кустанайской области, и это очень радует. То есть наш непосредственно не только диджей, но и все стараются внести свой вклад в развитие данного дела, в благотворительность. Поэтому, в принципе, можно уже соревноваться в совершении хороших дел, и я думаю, это соревнование даже будет на пользу не просто так спорить, кто лучше, а все-таки совершая добрые дела, показывать, насколько наша область действительно процветает и насколько в ней проживают, сколько в ней проживают добрых людей. Шын айтасым, шын жалпы бұл айтқанда, мынау біздің еріктілеріміз, иә? Сонымен қатар енді жастарымыз барып, қарттардың, зейнеткерлердің ауласын қардан тазалап, тағы да басқа жұмыстарға, қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысып, жалпы қайырымдылық жасап жатады. Бұл біздің болашақ жастардың да өсіп келе жатқан жақсы қасиеттерді игеріп келе жатқандығы енді қуантады, деп айтуға болады. Сондықтан сондай жастарымыздың қатары көбейе берсін. Енді мерекеге қайтып оралайықшы. Енді бұл мереке шыны керек өзіме қатты ұнайды. Өйткені әсіресе мынау
несмен ұнайды дегенде, әкемнің анама деген көңілі, яғни бұл күні біздің үйде мынандай кішігірім дәстүр бар. Менің анам қазан ошаққа жоламайды. Яғни түскі асты да, кешкі асты да, үзілістегі шайларды да бәрін әкем жасайды. Негізі дәл осы 8-ші наурыз күні ғана тамақ жасайды әкем жылына бір рет. Және өте дәмді ғып жасайды. Оның мамамның қанша тырысып жасаған тамағы әкеме жетпейді бірақ. Осындай кішкене дәстүр бар. Дәл осы күні сол мен кейіннен есейген шағымда түсініп жатырмын да, нағыз махаббаттың қандай болатынын, әкемнің анама деген көңілінің қандай екенін, енді мереке болса да, жылына бір рет болса да, сондай бір ерекше ілтипатпен жасалған құрметтің белгісі шығар. Сондықтан осындай дәстүрді меніңше біздің көрермендерде жалғаса эстафетаны деп айтайыншы. Да, действительно, в каждой семье есть свои традиции. Допустим, у нас в семье мы рады собираться в праздничные дни, особенно в праздничные дни, за одним дастарханом. Это действительно очень сближает, с одной стороны, потому что каждый готовит свое блюдо, каждый ставит его на стол. Действительно, замечательные традиции. Я думаю, у наших дорогих телезрителей они тоже есть. Традиции – это, наверное, то, что не только объединяет, но и в то же время ради чего каждый год люди ожидают праздника. Допустим, на день рождения собираться в кругу друзей, проводить замечательные дни. Это действительно тоже есть определенная традиция. Допустим, на свой день рождения я обычно приглашаю друзей на пикник. Как раз таки в это время сходят снега. Нет, весна. 4 мая, но на самом деле уже такое самое теплое начало весны. И в этот день замечательно собраться в кругу друзей на пикнике. Но помимо этого, допустим, 22 марта мы все дружно любим традицию выходить в сити-центр, да, наш центр города, смотреть на концерт, в то же время посещать различные юрты. В прошлом году их было около 30. Конечно же, ожидаем такого масштаба и в этом году. Ждем с нетерпением этого праздника. Но и в то же время отведать замечательного угощения. Это и баурсаки, и наурскуже. Конечно, баурсаки мы можем есть каждую неделю. Каждую пятницу есть тоже традиция печь баурсаки, чтить память предков. Таким образом, это тоже своеобразная традиция и культура нашего казахского народа. Но баурсаки, которые мы едим 22 марта, они необычные. У них есть свой, не знаю, атмосферный, наверное, вкус. Возможно, нам это так кажется, но на самом деле замечательная атмосфера. То же самое и 8 марта. Думаю, у каждого телезрителя есть своя собственная традиция, допустим, у кого-то это может быть дарить плюшевые игрушки, у кого-то это получать цветы. Допустим, от любимых людей ежегодно получать цветы. Ну, действительно замечательно. Я ж не ирек. Силхтар, лига бунмен, таусумай, дегенмен. Әр мерекеде жанымыздағы жақын жандардан сыйлық алып, және ол жандарға сыйлық беріп, жалпы арамызда бір жақсы көңілге немесе құрметтің белгісі болса, өміріміз гүлдене түспек. Сондықтан енді ойлап жатқан шығар, біздің көрермендер неге сыйлық деп жатыр деп. Дегенмен, біреу саған сыйлық сыйласа, шыны керек, әсіресе күтпеген жерден тосын сыйлық болса, көңілің көтерледі, иә? Ахбата, расскажи, какому подарку ты была бы больше всего рада? Или какой самый классный, самый запоминающийся подарок ты получала? Қызық сұрақ. Маған тосыннан берілген сыйлықтар ұнайды. Яғни шынай эмоцияны көрген. Сондай сыйлықтар менің үйімде бар. Замечательно. Менің де жұмсақ акулам бар, сол акуламды айтып қояйыншы. Маған өте қатты ұнайды. На самом деле, я тоже получала такие замечательные подарки, допустим, плюшевый мишка, который даже больше меня, но на самом деле до сих пор хранится у меня дома и в то же время греет душу.
Ну и непосредственно также очень приятно всем получать подарки неожиданно. Поэтому, дорогие телезрители, вне зависимости от того, какой день недели, какой праздник, всегда старайтесь радовать ваших родных и близких. Подарок может быть всего лишь незначительный. Я менде соны айтқым келген. Бір жандырға жай нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ сен ол сыйлықты мүмкін өмір бойы есте сақтап қалуың мүмкін. Да, yeah, действительно. Это может быть и простая ручка. Да, может быть и дешево, и сердито с одной стороны, но если так посмотреть, действительно, для кого-то это может быть такой подарок запоминающийся, и его сохранят на всю жизнь. Олай болса керемет осы сыйлықтар деп жатырмыз ғой, көңілкі деп жатырмыз. Керемет көңілкіміз көтеретін бір жақсы бір ән тыңдап алайық, қарсы болмасаң. Да. Біздің көрермендерге де көңілдерін көтере отырсын. Ну что, дорогие телезрители, мы говорили о подарках, и следующий музыкальный подарок звучит для вас.
Ну что, дорогие телезрители, мы вернулись в эфир и уже не одни, хотим представить вам наших гостей. Хабибуллина Нина Дмитриевна, руководитель театра «Петрушка», ну и ученица Нины Дмитриевны Меркулова Анна. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. 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 Как настроение? Замечательное. Действительно, мы говорили о 8 марта, замечательный праздник. Что для вас значит 8 марта? Ну, всегда ждешь этот день, потому что, конечно, настроение. Мы же в школе работаем, мы в школе особенно, и дети поздравляют, и мы готовим для учителей маленький концерт. Вот завтра между сменами у нас будет маленький концерт, вот, посвященный учителям именно, в котором наши дети участвуют. Но мы готовим. Замечательно. Ну, да. То есть праздничная атмосфера, она продолжается, она сопутствует и вдохновляет. Конечно. Но, безусловно, это замечательный женский день. Это весна, это цветы, это подарки. Вот. Ну, в общем, приятный день. Мы говорим именно в этот праздник, мы чествуем женщин, наших родителей, мам, в принципе, всех представительниц прекрасного пола. Ну, конечно же, хотелось бы рассказать о вашей деятельности поподробнее. Вы на сегодняшний момент руководитель театра «Петрушка». Как пришла идея создать данный театр? Вначале я работала в Дворце культуры профсоюзов. Это было еще в прошлом веке. Вот. И в тяжелые 90-е дворец закрылся. Вот я пришла в гимназию, и сразу взяли меня вместе с нашими куклами. У нас еще кукольный театр был. Вместе с нашими куклами и с реквизитом. И вот год проработала. Кружок у меня был небольшой такой, да? Вот мне сказали: Нина Дмитриевна, надо стать учителем, потому что времена тяжелые, могут сократить. Вот. Ну, написала программу, стала еще учителем театра, уроков театра. Вот, а потом я и книгу создала, уроки театра для начальной школы. Но я ее с собой не взяла. Вот. Каждый Новый год я сочиняла сказки. Я же вот не просто сказки сочиняю, а это сказка-пьеса. Вот. И сама же и ставлю спектакли каждый Новый год. Но вот здесь 7 сказок в моей книжке. Вот. А на самом деле их гораздо-гораздо больше. Замечательно. Ну, да-да-да. Ну вот и все, и так и начали, да. И театр, и еще немножко поработала. Мне сказали: Нина Дмитриевна, а хорошо бы, чтобы еще и учительский театр. Вот. И создали еще учительский театр, так что у нас такая замечательная учительская труппа. Вот. Так что вот так и работаем. То есть театр изначально создавался как кукольный. Как кукольный. Во Дворце профсоюзов он был кукольный у нас. Да. А дальнейшая судьба театра сейчас в нем играют не куклы, а актеры, да? Актеры, но куклы тоже бывают участвуют. У нас бывают такие спектакли, где и куклы тоже. Вот «Созвездие любовь» недавно спектакль, который мы поставили, который мы вот недавно показали. У нас был семинар, приехали учителя со всей области. Да? Вот, и мы показывали там. Петушок у нас кукла, вот, будильник кукла, ну, остальные дети. И такой вот сказочный такой получается немножко вот направление сказочное. Это, ну, спектакль такой про семью, о том, как там молодая пара в Казахстане усыновили 7 детей. Вот. И как они их воспитывали, какие они дружные, как они друг за друга. Вот. То есть о дружбе, о любви, о тесном таком вот, что вот ты, несмотря на то, что они все пришли чужие друг к другу, а стали очень родными. Благодаря папе и маме, которые были такими очень положительными, замечательными. И в беду попали, и друг друга выручили все равно. Такая сказка.
очень даже интересно. Поподробнее мы о ней узнаем чуть позже. Расскажите, пожалуйста, женщина по своей натуре, она совмещает, должна успеть все. Совмещает где-то домашний быт. И параллельно, как вы, занимаетесь творчеством. Как вы все успеваете? Ну, у меня дети уже взрослые. Вот, и я сейчас одна. У них уже семьи, у меня 7 внуков, угу. Поэтому, конечно, они очень часто ко мне приезжают, и я к ним ездила. Вот. У Анюты маленький сынок, недавно в садик вот отдали, вот она теперь у нас работает. Так что, ну, вот ей приходится, конечно, он еще и такой в садик походил, заболел, вот она его вылечила, отдала в садик. Когда маленькие, всегда же так бывает. Да, действительно. Анна, как совмещаете и семейный быт, и параллельно творчество? Это приходится тяжело, но когда ты очень-очень хочешь этим заниматься, и когда у тебя есть желание, если человек хочет, он сделает все. Замечательно, очень воодушевляющие слова. Расскажите, как вы пришли в театр? Я была маленькая, и к нам. Можно я начну, она потом расскажет. Да? Я помогала детскому дому. Вот. Я сама в этом интернате когда-то училась. Вот. И это, была в жюри, и мы по детским домам ездили и принимали разные концертные программы, да? Смотры художественной самодеятельности. И когда мы приехали в этот интернат, в этот детский дом, они хуже всех выступили. Где я воспитывалась. Да, где она, да. И мне было так обидно, что я на следующий год приехала к ним и сказала, что я буду вас готовить на смотр. И целый год с ними работала. И я ее там присмотрела. И они выступили очень хорошо, замечательно, конечно. Вот. И я ее там присмотрела. Она такая была, такая интересная, такая органичная, как у нас в театре говорят. Да, органичная такая. Вот. Ну... А потом я-то уехала, да, и мне сказали, что немедленно можно наши ребята, которые вот хотят все равно, чтобы продолжение было наше театральное, к вам будут ездить. Ну, вначале их несколько ко мне приезжало, а потом уже Анюта одна осталась, тем более мне было интересно, чтобы она приезжала. Ее провожали там, я ее тут встречала у нас в гимназии, пока она чуть-чуть не подросла, подросла, сама стала ездить. А потом даже она в Челгу училась, и оттуда уже, будучи студенткой, приезжала, играла у нас в спектаклях. Так что она вот... То есть театр сопровождал всю жизнь. Да. А как все-таки ваше становление в театре? Расскажите, пожалуйста, вашими глазами. Это очень интересно, очень воодушевляет. Вот. Мне нравится играть, мне нравится выступать. Для меня сцена – это жизнь. Вот. Говорят, что жизнь – это театр, но для меня сцена – это жизнь. И на сцене я могу показать себя, могу раскрыть, могу сделать то, чего не могу сделать в жизни. Вот. И поэтому я вот так вижу. Замечательно. У нас вот Ромео и Джульетта спектакль. Вот это вот она, Джульетта у нас здесь. Конечно, она много ролей играла и в новогодних спектаклях, и принимала участие, и за границу один раз даже с нами ездила во Францию. Вот там у нас были. Там тур был по разным городам, да, и Франция, и Германия, и Польша. Вот, и так что вот она с нами ездила один раз. А каковы ощущения, когда показываешь все-таки свой талант не только в стенах родной гимназии, да, родной сцены, но и параллельно выезжаешь куда-то за границу, показываешь себя на мировых сценах? Это было, ну, невероятно, что-то новое, видеть совсем другие лица, незнакомые, в первую очередь страх. Было страшно, но когда рядом люди, которые поддерживают, которые верят в тебя, ты выступаешь как никогда. А как побороли волнение? Ну, я с этим справилась, наверное, еще в детстве. Вот. Но там просто, когда выходишь на сцену, про все забываешь, только вживаешься в роль.
Замечательно. Нина Дмитриевна, а расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в театр, чем вас именно заинтересовал театр, а не другая сфера? Ой, это же было с детства. Я еще в школу не ходила, я уже знала, что я буду артистка. Вот, да. Мама рассказывала, что идем по... В поселке жили, да? По поселку. Вот, кто-нибудь остановится с кем-то разговаривать. А маленькая Нина говорит, а хотите, я вам стихотворение расскажу? И тут же на улице громко стала декламировать. Ну вот, и все. А потом, когда я училась в 6 классе, я уже сама с одноклассниками. Вот. И даже как-то вот... Уже тогда режиссером была, понимаете? А когда школу закончила, ну, уже вообще не поступила в институт сразу. И в Джамбуле, в поселке Джамбул, я училась в 6 классе. Я тоже по интернатам, да? И вот 1 год мы там. И там узнали, что я не поступила, и нашли меня и сказали, давай-ка к нам в школу поработаешь год. Вот. И я работала с трудными детьми, интернатовскими тоже. И, естественно, мы с ними стали ставить спектакли. И новогодние поставили. И называется «Все хорошо, что хорошо кончается». Это просто для деревенских детей это были просто шедевры. Мы даже гастролировали по сельским клубам. Да, это было интересно. Ну, а потом, ну вот, поступила уже на режиссерский и все, стала режиссером. А, то есть все-таки вас становление как мастера своего дела шло из детства? Да, конечно. А вот школу я в Уфе заканчивала, да, и она у меня была с медицинским уклоном. И я вышла оттуда медсестрой и не поступила. И когда я потом с поселка Джамбул приехала в город, я работала медсестрой в больнице, в областной больнице, в травматологии, да. Вот. И там я тоже художественная самодеятельность. И даже сейчас вот врачи уже в моем возрасте встречают меня и говорят, Нина, помнишь, как ты нас мучила? Как надо читать, как надо играть на сцене? Я говорю, ну, конечно, я помню. Вот. А потом я поступила, вот работая медиком, я поступила в институт, а потом перешла во дворец профсоюзов уже работать. Вот так. Замечательно. То есть, действительно, талантливый человек, талантлив во всем. И в медицине, да? И в культуре, и в образовании. Но показать я себя... Я знала, что сможет. Я все равно уйду из медицины, мне надо вот это. Я это четко знала, понимаете? Да. Хотя в медицине у меня... Говорили, что у меня легкая рука, я хорошо уколы делала, да, перевязки. Вот. Медсестры у нас такие вот раз-раз-раз... А я отмачиваю, чтобы не больно было ожоговым больным. Да, я это очень хорошо помню. Замечательно. А на сегодняшний день вы, наверное, поставили не один спектакль в своем театре. Расскажите, насколько сложно, а возможно и легко ставить спектакли? Каково работать с детьми, с учителями, ставить различные спектакли? С учителями легче, конечно, потому что они люди взрослые, их воспитывать не надо. Потому что с детьми же как? С одним работаешь, а другой может... там, отвлекать других, там, сам отвлекаться, да? Поэтому, ну, конечно, приходится и воспитывать, и как надо вести себя. Обязательно у нас правило, что ссориться у нас нельзя, друг друга поддерживать и помогать. Вот это главное, да? И у нас это, слава Богу, царит. Вот. У нас это все, у нас получается. С учителями мы работаем к концу года только. Мы показываем только старшеклассникам театрализованное представление. Вот наступают уже весенние месяцы, и, наверное, в апреле мы начнем уже. И показываем выпускникам. Ну, там очень получается интересно. Все такие довольные. У нас настоящие актеры, учителя есть. Хоть в театр отдавай. То есть тоже талантливы во всем и могут показать себя и на сцене. Да, да, математики, учителя математики, английского, казахского языков, да. Очень дружу с учителями казахского, французского, английского, немецкого, потому что мы ставим спектакли и на немецком, и на английском, и на казахском тоже. Какой разносторонний театр. Да, 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 они помогают мне переводить.
Вот в 18 году мы ездили в Германию, вот Анечка с нами тоже ездила, да, она уже была студенткой. Вот. Ну, там было условие, только на немецком языке. Вот. В жюри были, это республиканский конкурс был, только немцы, вот из Германии приезжали. И мы получили гран-при, мы два раза ездили, первый год мы второе место заняли, а в следующий год уже взяли гран-при. Вот. И ни одного замечания, вот, что не так, вот акцент там не такой или еще что-то, не было, потому что у нас замечательный учитель немецкого языка, Филинкова Любовь Семеновна, она такая молодец, так хорошо работала с ребятами. Вот. Ну и они, конечно, показали себя хорошо тоже. Второе место мы заняли, вот когда Аня ездила, студенты с нами тоже были, да. Но нас очень хвалили, вот, сказали, что мы ничуть не хуже тех, которые первые, лучше даже были, да. Ну, у них тема была такая, человек утонул, его спасли и подружились, вот, понимаете, а у нас немножко другая была тема. Их не устроило. Действительно, воодушевляют ваши рассказы. Анна, на сегодняшний день вы тоже по стопам Нины Дмитриевны начали преподавать, да, в данном кружке? Нет, она у нас, сейчас она у нас, ну да, конечно, она у меня на уроках сейчас пропадает, учится, вот, но она у нас будет, она заведует музеем. Ага. Взяли ее, да, вот в музей сейчас. Но она, конечно, она у меня пропадает, да, помогает. Будет теперь в учительском спектакле обязательно, я уже ей роль подобрала. Вот. Угу. Вот вам она стихотворение может рассказать моего это, авторство. Угу. Знаете, когда она училась в интернате, еще маленькая была, да, каждый год я готовила ее к смотру. Вот. Воспитатели очень надеялись на меня. Угу. Вот. И каждый год мы что-нибудь готовили. Они давали нам, а потом однажды они говорят, Нина Дмитриевна, а может быть, вот вы что-то подберете про детский дом, стихотворение какое-нибудь. А подобрать про детский дом невозможно, да? И поэтому я ее посадила и говорю, ну давай рассказывай, как вы живете, что делаете, чем занимаетесь. Угу. Вот. И вот я написала стихотворение про детский дом, вот с ее слов. Угу. Понимаете? Я вот думаю, вот когда вы просто прочитаешь стихотворение, да, про детский дом, все думают, ой, это же самое плохое, это ужасное. А вот Аню любили в детском доме. И она детский дом свой любила. И она только хорошее про него рассказывала мне. Вот. Потому что у нее золотые руки, у нее она рисовала хорошо. Я как-то приезжаю, смотрю, выставки, и ее целая выставка вот рукоделия всевозможного. Угу. Да, даже она подарила нам панно с розочками, сама делала. Понимаете? И в художественной самодеятельности. Она училась хорошо. Ее любили. Замечательно. Анна, расскажите, пожалуйста, то есть помимо театра вы еще занимаетесь другим творчеством? Что да, вас интересует в творчестве? Я, когда была помоложе немножко, я любила рисовать, любила танцевать, вокалом занималась. Вот. Очень любила спорт. И даже когда вот я выпустилась из детского дома, я прям конкретно занялась, ходила в фитнес-клуб, вот. Но больше всего меня, конечно, привлекает театр. Угу. Я вот жить без него не могу. Она хотела в театральный поступать, но детский дом не дал ей дороги. Директор сказал, театр – это она будет бедствовать. Угу. Вот, там мало платят, нет-нет-нет, пусть поступает куда-нибудь, где сможет как-то жить потом. Ну, мы с ним не были согласны, но это не сыграло никакой роли. Угу. Ну, так скажем, для человека, кто талантлив, кто желает творить, нет никаких преград. Он всегда готов, он всегда за любую идею и всегда процветает. Замечательно. Ну, как сказала Нина Дмитриевна, вы можете прочитать нам замечательное стихотворение. Как смотрите на то, чтобы прочитать его нашим телезрителям? Про детский дом. С удовольствием. По заснеженной тропке я тихо иду. Путь недолог от школы до дома. Подскользнусь, упаду, встану, снова иду. Веселя подруг и знакомых. Вон и дом мой стоит, дошла наконец. Он большой, его издали видно.
Он красивый, он розовый, как дворец. Он в округе самый солидный. Это наш островок, где мы тесно живем. Это наш океан эмоций, где мы плачем, смеемся, играем, поем. Островок детским домом зовется. Я в нем с самого раннего детства живу. И друзья мои многие тоже. И я думаю, может быть, потому друг на друга мы чем-то похожи. Потому что мы вместе сидим за столом, вместе кушаем, пишем, читаем. И, конечно же, вместе о каждом своем, о хорошем, о чем-то мечтаем. Я хочу стать артисткой. Мечту свою я как только могу приближаю. Я играю на сцене, танцую, пою. Эту жизнь я люблю, обожаю. А еще я рисую, вяжу и шью, волейбол, баскетбол играю. В нашем славном детдоме я жизнь свою по-другому не представляю. Я сама б не смогла. Это мамы мои, это ими я всюду ведома. У меня их здесь много, а папа один, он директор детского дома. Вместе с ними мы очень большая семья. Друг за друга стоим едино, потому что нам здесь по-другому нельзя. Это каждому необходимо. Всех любить, всех жалеть, всех простить и прощать – это важно, но очень непросто. Как нужна и поддержка, и сила, и стась, когда маленького ты роста. Мы любовью хранимы, нам дружба нужна, когда вместе мы непобедимы. Для меня мой детдом – это наша страна, это наш Казахстан единый. По заснеженной тропке я тихо иду, путь недолог от школы до дома. Подскользнусь, упаду, встану, снова иду. Так меня научили в детдоме. Действительно, данный стих берет мурашками. И патриотизм, и одновременно увидели, узнали больше о ваших увлечениях. Но стих действительно берет за душу. Спасибо большое, Нина Дмитриевна, за такое произведение. Ну что, дорогие телезрители, мы продолжим наше душевное интервью после небольшой паузы. Будьте с нами на одной линии. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұн өмір ұнатады. Үміттің құлан иек құлатаңы. Әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме өміріне. Өмір, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып, хақың бар жүгіруге. Шыда, шыда, шыдай түс, тағы шыда. Тау құлатқан тасқынның ағысына. Кір келтірмей кіршіксіз намысыңа. Алысуға болады, қарысуға. Что, дорогие телезрители, такая замечательная минутка поэзии с рубрикой «Брюлен-Бролем». И нам действительно замечательное стихотворение прочитала и наша героиня. Мы продолжаем наше интервью. Анна, расскажите, пожалуйста, какие роли вы играли в театре? Я играла разные роли, начиная от маленькой Баян-Сулу до... уже в таком взрослом возрасте, Джульетты. Mm-hmm. Вот. Я играла и бабку-ёшку, и разные там любые роли, в общем, я смогла сыграть. Mm-hmm. Какую бы ни дали, я постаралась выразить немного. Так, как я могу. А какая самая запоминающаяся, вот, воспоминание которой греет душу? Наверное, это Джульетта.
потому что это такой громкий, красочный роман Шекспира, и многие бы мечтали сыграть именно эту роль, главную роль Джульетты, и почувствовать себя в этой роли, как-то показать, что ты можешь чувствовать. И, ну, это самая теплая, самая классная роль. Замечательно. Нина Дмитриевна, расскажите, откуда вы берете идеи, откуда черпаете вдохновение для постановки новых пьес, спектаклей? Ну, когда я ставила «Баян Сулу» и «Казакарпеш», я уже думала о Ромео и Джульетте. Я уже тогда думала. Особенно, когда мы вот уже поставили, уже вот «Баян Сулу», уже очень много же вариантов разных. Это я в толстовке провела очень много времени. Ну вот, перечитала все, что там есть. И, в общем, остановилась на одном варианте, что-то убрала, что-то добавила. Ну, то есть я придумала свой спектакль вот на том материале, который там был. Вот. Ну, «Ромео и Джульетта» тоже, он очень длинный спектакль, а мы можем только 40 минут в школе. Вот пришли нас смотреть урок, на урок. Вот. И поэтому, ну, самое главное, взяли вот и, конечно, костюмы шили. Да-да-да, костюмы нам тоже помогли шить. И как-то нам все удачно у нас получилось. Два состава всегда делаю. У нас была еще девочка одна, Джульетта, и Ромео два, и всех по два. Вот, потому что, ну, когда вдруг один не может, заболел, другой может заменить. Вот. Ну, и не только поэтому, а потому что очень много у меня актеров. Вот, и вот чтобы их всех как-то задействовать, все хотят играть. Вот. Поэтому в новогодних спектаклях иногда и по три состава делаю ради этого. Замечательно. А мы видим перед нами книги. По данным книгам тоже выходят спектакли? Вот эти новогодние, они все поставлены, даже не по одному разу. Вот. Ну вот в этой книге есть спектакли у нас, вот «Ираида». Вот я даже хотела остановиться на нем. Это на 9 мая. Когда-то в 2010 году, вот я не могу сейчас вспомнить, да, приехала к нам журналист из Алау. И сказала: «Нина Дмитриевна, а можете вы поставить спектакль с детьми о блокадном Ленинграде? Вот. А мы бы привели к вам ветеранов ленинградцев, которые живут у нас в Кустанае». Вот мы и сделали. Вот. И действительно в зале, ну, не так много их было, но много других зрителей было. Ну, конечно, но это тоже. Я в толстовке провела очень много времени. Вот. И весь спектакль этот, он вот на документах. Даже «Ираида» я взяла, вот это имя девочки, которая потеряла всех. Всю семью свою, да, сама выжила, а еще и помогала в госпитале потом, и ее наградили знаком за защиту Ленинграда. Вот. А мы можем услышать отрывок из данного произведения? Да, вот у нее, да, папа остался жив у нее, он потому что был на фронте, а все, вот у нее была мама, и было три братика и сестричка, они все, ну, не с голоду, а от взрыва в доме. Вот. Так, сейчас я найду. Подождите. И тут маленький кусочек. Она пишет письма. С папой переписывается. «Здравствуй, дорогой папочка. Дом наш разбомбило, и все наши погибли. И мама, и Шурик, и Толик, и Валечка, и соседи все. Живой осталась я одна. Я живу в бомбоубежище. Матвей меня записал в отряд по обороне Ленинграда. Теперь я боец самообороны. Дежурю у ворот, проверяю светомаскировку, помогаю слабым спускаться в бомбоубежище. А в подшефном госпитале раненым рассказываю сказки Андерсена про дюймовочку, про храброго оловянного солдатика и, конечно, про принцессу на горошине. Им очень нравится. Они называют меня Тимурочкой. Знаешь, есть такая книжка «Тимур и его команда»? Аркадия Гайдара. Я дружу с Матвеем. Не знаю, что было бы со мной, если бы не он».
Ну и вот маленькая сценочка, где Матвей, мальчик, которому она нравится и который все время ей помогает. Он в другом доме живет. Здравствуй, Иришка. Знаешь, а у нас во дворе фиалки на клумбе расцвели. Клумба вся раскрученная, а они цветут. Вот, это тебе. И он цветочек ей нашел, дарит. Спасибо, Матвей. Как твоя мама? Ну, сейчас уже хорошо, поправилась. Ой, совсем забыл. Тебе же письмо от папки пришло. Вот, пожалуйста, почтальон принес. Письмо, что же ты молчишь? Читает. Здравствуй, моя дочурка. Кончилось это страшное время, но прямо не верится, как хорошо. А и побили же здесь под Ленинградом фрицев. Жаль, что не всех. Видела, по приказу Сталина был салют из 324 орудий, 24 залпа, ракеты пускали. В Ленинграде, не в Москве. Значит, это снятие блокады. Береги себя, моя маленькая дочурочка. Ты так нужна мне. Ира кричит, вернется, мой папка. Убегает, Матвей бежит за ней и кричит, а я, не бойся, Ира, я тебя не брошу, я с тобой. Замечательно, действительно, каждое ваше произведение просто берет за душу чувство, не знаю, не передать словами, даже нет слов. Но все-таки вернемся к празднику 8 марта. Да. Давайте узнаем от вас пару секретов сцены вот в преддверии 8 марта, как, даже не знаю, у меня просто слова, эмоции не передать словами, пару все-таки советов женщинам к преддверии этого праздника. Как все совмещать? Как быть и красивой, и талантливой. И успешной. Да, и успешной, действительно. Ну, хотя моя семья и говорит, что вот тебе только работа, мама, да? Вот это они сейчас мне говорят, а раньше нет. И для меня все равно семья была самым главным. Вот. Хотя работе я отдавала много времени, когда во Дворце профсоюзов я работала, наш театр настолько был знаменит, мы и по детским садам везде выступали, вот, и образование образцовое тогда получили. Поэтому, когда работа любимая, она как бы даже работой не считается, понимаете? Я, потому что моя работа – это часть моей жизни. Это, вот сейчас я работаю, я даже не представляю, как бы я не работала, правда. Поэтому, да, конечно, прежде всего, дорогие женщины, здоровье. Вот. Берегите здоровье и, конечно, надо, чтобы работа была любимая. Если работа любимая, то и здоровье будет, и радость на душе весенняя. Обычно же говорят, самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Да, вы правы, абсолютно, да. Замечательно. Анна, пару советов хотелось бы услышать тоже от вас. Ну, я думаю, что каждая женщина должна любить себя. Какие бы события в ее жизни ни происходили, плохие, хорошие, сногсшибательные, всегда нужно любить себя. Если ты будешь любить себя, то у тебя все будет. И другие тоже будут любить тебя. Это с точки зрения психологии так. Да. Спасибо вам большое за ваши советы. Пускай ваш театр процветает, выходит на мировые арены и не только покоряет сердца французов, немецкого зрителя, но и также и в других странах мы желаем вам побывать. Спасибо, что сегодня были спасибо с нами. Вам спасибо. Спасибо большое. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, аздаған үзілістен кейін қайтадан оралатын боламыз. Таңғыл көшелер қиылса шаттығымдағы бар махаббат шындығылар бір кеште ұнап қалды
Көрермен, біздің студиямызға екіншілеп қонақ келіп жайғасты. Таныс болыңыздар, Ерке Бұлан Әлім. Қостанай телеарнасының режиссері. Жақында бұқаралық ақпарат құралдары, Қостанай облысындағы бұқаралық ақпарат құралдарының арасында өткен спорттық сайыс шаңғыдан бірінші орын иегері. Ал таныс болыңыздар, Ерке Бұланмен жақынырақ танысайық. Көңіл-күй қалай, студияға қош келдің. Шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Қуаныштым осы студияға келіп, сіздермен осы сұхбатпен бөлісетініме, кеңінен отырып әңгіме айтатынымызға өте қуаныштымын. Және де осы өтіп кеткен 8-ші наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, гүлдей жайнап, құлпырып, осылай телеарнаның гүлі болып жүре беріңіздер деп айтқым келеді. Енді біз сені теледидардың ар жағынан көреміз. Яғни біздің көрермендер, біздің Ерке Бұлан, Тобыл Тынысы, Талант Тайм, біздің телеарнада болатын, тікелей эфирде болатын бағдарламалардың тізгінінде отыратын бірінші камера, екінші камера деп айтып отыратын мотор, звук, тағы да басқа ек. Соның барлығын бір жұдырықта сұрап отыратын Ерке Бұлан. Ал Ерке Бұлан, өзіңмен жақынырақ танысайық. Қай жердің тумасысың, қай жерден дүниеге келдің, қай жерден білім алдың? Иә. Шаңғышы болуыңа осындай. Қай жер? Енді толығырақ айта кететін болсақ, Қостанай облысы өзіміздің Жангелдин ауданы Торғайдың Қызбел деген жерінде дүниеге келген. Сол 2018 жылы оқуды бітіріп, осы қалаға асқақ арманмен аяқ бастық десек болады. Негізінде ойламаған жерден осы журналистика мамандығына түсіп қалдық. Енді бір жағынан шамалы балымыз аз боқпағаннан кейін
Шармашлық емтихан тапсырып. Аха, бұйырған осы журналистика болды. Осы мамандыққа түсіп, негізі бұл салада жұмыс істеймін деген ой болған жоқ. Мәссаған. Ал балалық шағында, бала кезінде журналист боламын деп армандаған жоқсың ба? Сол Қызбелде, Торғайда, ауылда 11 жылдық мектепті бітірдік. Негізі мектепте өте ұялшақ болдым деп айтсам, не емес, жасырмай ақ қояйын. Ешқандай неге қоғамдық жұмыстарға қатыспаймын, өзіммен өзім жүретін адам болдым десем, жасырмаймын оны. Одан кейін осы қалаға келіп, шамалы жер көріп, адам көріп, ашылдым десем болады. Сенің жалпы мынау жоғары оқу орнына түскеннен кейін арнайлап ән жаздырғаныңды естідік. Жалпы ән айтатын қабілетің де бар екен. Енді негізі Торғайдан шыққан барлық қыз-жігіттер өнерпаз ғой. Осыған тоқталсақ. Қай жастан бастап ән айтасың? Енді Торғай жері өзіңіз айтып кеткендей сондай өнерге бай жер ғой. Ол жерден ақын да бар. Биші де бар, әнші де бар. Енді өнерге қатты кірген емеспін. Қатты бас қоншай сыртынан ғана тойларда бір-екі рет ән айтқаным бар. Осы қала бірінші курста бір 2-3 ән жаздырғаным бар. Сонымен тойларға шығып, қатты бірақ қуған жоқпын артынан өнердің. Білмеймін неге екенін. Осылай жай тойларда өзім үшін ән айтқаным бар. Және де айта кететін болсақ, енді осы шаңғы жарысы шығар, осында келуге септігін тигізіп отқан. Ал былай өнерден алыспыз десек те болады. Жақсы, енді дегенмен әу демейтін қазақ жоқ дегеннің нағыз дәлелі, иә? Жақсы, алдағы уақытта енді бізге бір ән айтып бересің деген ойдамыз. Дегенмен ал шаңғыға көшейікші. Шаңғыны қай жастан бастап тебесің? Осы спортқа деген қызығушылығың және жоғарда айттық қой, бақ өкілдері арасындағы спорттық сайыс, дәл осы сайысқа қатысу шешімі қашан келді? Осы наурыз айының 3-ші жұлдызында осы жарыс болады деп алдын ала ескерткен болатын. Енді шаңғыны қатты теппейміз ғой. Мектеп кезінде сол ауылда қатты не жоқ бай, құрал жабдық жоқ дегендей. Сол 2-3 шана, 4-5 шаңғымен ауылда теуіп үйренген болатын. Бір-бірінен айырбастап? Өзі мектепте бала көп болдық. Бір-бірімізден айырбастап, жай теуіп тепкенім бар. Одан кейін енді 9-шы класта ма, сол кезде ғана үйренгеніміз бар. Одан кейін өзі аяқ киімдер келмей қалып дегенде сондай қызықтар болған. Менің размерім болмады деші. Иә, сондай қызықтар болған. Одан кейін енді 1-ші курстан кейін отан алдындағы борышымды өтеуге кетіп қалдым. Мәссаған. 1-ші курстан кейін. Сол әскерде жүргенде енді бір жыл болғаннан кейін 3 ай қыста тоқтамай қинап тепкізгені бар. Сол кезде жақсы үйреніп алдым десем болады. Тәжірибе жинадың? Біраз тәжірибе. Енді әскер шыңдайды ғой. Шаңғы болсын, жүгіріс болсын, барлық спорт түрімен шыңдағандықтан осы шаңғыны жақсы теуіп үйрендім десем болады. Және де осы ұжымдағылар жарыс болады деген кезде бірден келістім десем болады. Негізі ондай жарыстардан қалмауға тырысам. Өйткені бір жағынан өзіме де бос уақытымды тиімді өткізу және де енді осы бір жерде жұмыс істеп жатқаннан кейін телеарнаның атынан барынша қолдап жүрміз десек болады. Иә, намысты қолдан бермедіңіздер. Олай болса шаңғы демекші, осы сәтте сіздердің, сіз білуіңізше, сіз ғана қатысқан жоқсыз, барлық Қостанай телеарнасының ұжымы. Яғни нағыз мен деген спортшылар арамыздан іріктелініп алынды. Осы жерде айта кетейік, енді өзімнің әріптестерім ғой. Әсия Майшина, Айдана Папанина және де Қанат Ибраев деген әріптестерімен. Бұл жерде айтпаймын, мен өзімнің ғана жеңісім деп. Барлық ұжымның, барлығымыз осы неге атсалысып, жақсы өнер көрсетіп, бірінші орынды иелендік. Олай болса, қызықты сюжетке кезек берейік. Құрметті көрермен, жалпы шаңғы жарысы қалай өткен екен, келесі бейнематериалда.
Еркебұлан Әлім Қостанай телеарнасының режиссері. Күн сайын эфирге хабар таратып, пультте отыратын әріптесіміз өзін басқа ғырынан танытып таң қалдырды. Шаңғы киіп, қос таяқты ұршықша жүрді. Көз ілеспес жылдамдықпен зымырап, алдына жан салмады. Жаттығу көп жасай бермейміз. Осындай жарыс кезінде шығып тұрамыз телеарнаның артынан. Осылай намысын қорғау үшін барымыз салып жүр. Барлығы қиын болды шын айтсақ, өйткені спортпен күнде жаттығып жүрген жоқпыз. Осылай қиындық туды бірақ. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен арнамыздың үйлестірушісі Әсия Майшина да тартысқа түсті. Тілші Айдана Папанина, есепші Қанат Ибраевтар да намысты қолдан бермеуге тырысты. Я очень рада, что мы сегодня здесь. Шаңғы спортымен мектепте оқып жүрген кезімнен бастап шұғылдандым. Жарысқа қатысу туралы басшыларымыз ұсыныс айтқанда қуана келістім. Жеңімпаз болатынымызға сендім. Среди коллег проводился такой такие соревнования. Жарыс қызықты әрі пайдалы болды. Бала кезіме бір оралғандай күйде болдым. Бесінші келем деп тіпті ойламадым. Ұжым үшін намысқа тырысып жатырмыз. Осылайша дүбірлі додада Қостанай телеарнасынан ұжымы жеңімпаз атанды. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі командасы екінші орын алса, өнерлік коммуникациялар қызметінің ұжымы үшінші орынды иеленді. Ал енді бүгін бізде бірінші осындай лыжный фестиваль өтіп атыр. Өнердегі журналистер қатысып атыр. Бізім ойымда осылай жылда-жылда өткіземіз. Мұндай спорттық іс-шараларды журналистер енді жиі ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Келесі сайыс өнерімізге белгілі спорт шолушысы Анатолий Гавриловты еске алуға арналмақ. Рахат Сейтхан, Радион Бабиш, Қостанай телеарнасы. Ал міне, бейнематериалды көрдік. Ал өзіңнің алған әсерімен бөлісе кетейікші. Қанша метрге жүгірдіңдер? Алған әсер өте тамаша. Енді былай қарап тұрсаңыз, күнде айналысып аймыз. Мысалы, мен үшін мысалы қиынға соқты. Мысалы қарап тұрсаңыз, бар жағы, барлығын есептеген кезде мен өзім 2 шақырым жер жүрдім. Өте қатты ауыр болды. Нешінші болды? Негізі ерлер арасында жарысқан кезде 4-ші болып келдім. Ал бірінші орында біз осы топтық жұмыс. Эстафетада бірінші орында, осы топтық жұмыстан бірінші орында алдық. Мәссаған. Сол кезде енді соңғы болып өзім шықтым. Соңғы бұйырғаны. Жігауын. Барлығы бүкіл нені, бүкіл жүк маған түсті десем болады. Әйтеуір намысқа тырысып бірінші келдік. Намысты қолдан бермедік дейсіз. Бермедік. Жалпы айтып жатырмыз ғой, негізі бұған дейін спортпен жалпы шұғылданғансың деп айталамыз. Дегенмен, енді жаңа өз сөзімде бала кезімде, мектеп шағында, одан кейін әскерге барғанда да осы шаңғымен айналыстым дедің. Жалпы, қандай кеңес бересің біздің көрермендерге? Әсіресе, енді қыс мезгілі аяқталып келе жатыр. Спортпен қаншалықты шұғылдану керек? Спорт денсаулық кепілі дейді о. Білмеймін неге екенін. Мен өзім адамды желание дейді о. Менде мысалы бірінші курста айналысқаным бар. Дзюдоға барғам. 2-7 бардым. Білмеймін неге екенін. 2-7 барған енді сол жерде тастап кеттім. Жаңа жақын болды, yeah, иә? Мен көп спортты бастағам негізі. Ну, бастаймын, аяқсыз қалып қоя береді. Білмеймін, сол мотивация жетпей жүр ма, бір жағынан ойлап қоямын. Ал енді қазір жоғарыда айтқандай режиссерсің. Бұл қызмет сені несімен тартты? Несімен ұнайды бүгінгі күні? Енді бұл жұмысқа келу себебім қалай келдің жалпы? 3-ші курс оқып жүргенде келдім. Жаңа айтып жатырмын ғой, мен 1-ші курста армияға кетіп қалдым. Одан кейін келіп оқуымды жалғастырдым. Сол бұрынғы оқып жүрген группаластарым осында жұмыс істеп жүрді. Бір жағынан қызықтым. Сосын қызыққаннан кейін маған олар берді, олар айтты да, келіп көр, бізде бос орындар бар. Мүмкін жұмысқа кіріп кетерсің деген сияқты, мүмкін сенікі шығар деп. Негізі мүлдем ойламаған ғой, журналист осы журналист саласында жұмыс істеймін деген.
ойда жоқта. Оның ішіне пультта отырам деп, иә? Шықтасаң. Ойда жоқта келіп қалдық. Осылай келдім жұмысқа. Бір 2-7 неден өттім, тәжірибеден өттім. Сынақтан өттім. Енді қалайсың? Үйретуші кісілер жақсы болды деп есептеймін. Бірден оғып алып кеттім десем болады. Сол тезірек 2 аптан ішінде үйреніп барлығын жұмысқа алындым осы жерде. Қазір жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жылдай болып болды. Менде сұрақ бар осы тұста. Әдетте пульттің артында отырасыз, әдетте пультті қосып дегендей жалпы өз нұсқаулықтарын беріп, ал қазір студияда отырсыз. Қандай әсердесіз жалпы? Иә. Бүгін ерекше пульттің қасында емес, осы студияда отырсыз. Әдетте бізге Ерке Бұлан, уақытынан кешіктіңдер, сендер 5 минутқа кешігіп бастап жатырсыңдар, немесе тікелей эфирдің басталуына 2 минут қалып қайдасыңдар деп жанын ұшырып жатады, бізге ұрсып жатады, ал студияға өзіңіз келіп отырсыз. Бірнеше камераның алдында қандай әсер? Қалай айтсам болады? Мен мысалы өзім осы журналистика саласын бітіргеннен кейін мен барлығын түсінуге тырысам. Өйткені осы тобылтынысы 1,5 сағат болады. 1,5 сағат бойы бір жерде тапжылып отыру оңай емес. Тапжылмай отыру. Мысалы біздің жұмыс білінбейді. Бұл біздің жұмыс экранның ар жағында. Біздің жұмысымыз сіздерді жақсы жағынан жақсы пландар алып, сіздерді жақсы жағынан көрсету, сапалы көрсету біздің жұмысымыз. Ал сіздердің жұмыстарыңыз экранның ар жағында отырған көрермендерді жақсы мағлұматтармен қамтамасыз ету. Енді бұл жердің аурасы өте тамаша. Маған өзіме ұнайды. Осы режиссерлыққа ойламаған жерден келіп қалдық. Енді осы режиссерліктен былай айтсам, бір жағынан шыға алмай жүрмін. Мүмкін режиссерлықта ары қаратай қуып кетем ба деген ой бар. Бір жағынан кейде дамытамын деген, кейде ойлап қоямын, әлде камераның алдында сөйлеп осылай экранға шықсам ба деп. Енді білмеймін, болашақта мүмкін камерадан қорқып қаласыздар деген ой бар. Тамаша, олай болса енді Ерке Бұланның мақсатын, армандарын білейікші дәл осы тұста. Армандай бір, арман тегін дейді ғой. Армандар көп. Ал мақсат бөлек, арман бөлек. Арман жай ғана ойдың шектеуі. Ой шексіз ғой. Барлығын армандайсың. Ал алдыға мақсат қою ол ерекше. Алдыға мақсатқа қарай ұмтылу, талпыну ол мүлдем басқа нәрсе. Өйткені арман шексіз, ал мақсат шектеулі. Сен келе жатқан жолыңды бір ғана іс-әрекетіңмен мақсатыңды жойып, немесе жоғалтып алуы мүмкін. Жақсы. Сондықтан осындай кеңестерді алға тартасыз, иә? Иә. Мен негізі көп адамдарға айта бермейтін адаммын. Бізге ашылып жатырсыз. Армандарымды айта беруім мүмкін. Иә, жақсы. Бірақ алға қойған мақсаттарымды ешкімге айтпауға отырсам. Мереке қарсаңында біздің нәзік жандыларға тілейтініңіз бар ма? Енді қыз баласы, аналар бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен жандар. Сондықтан барша нәзік жандыларды мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Гүлдей жайнап, жарқырап жүре беріңіздер. Не дейміз, мереке құтты болсын. Тамаша. Студиямызға келіп, қонақ болғаныңызға, сұхбат бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Мереке құтты болсын. Да, эфирное время подходит к концу, но совсем скоро мы встретимся вновь в эфире программы «Тобылтынысы», поэтому будьте с нами, дорогие телезрители, и спасибо, что вы есть у нас. С праздником, конечно же, с 8 марта.
өзің.